Я как получил приглашение вот этот для бега на 3 дня назад вообще. И вот я вышел, пробежал это для себя и может быть это для показателя всем молодежам, да? Политики тоже могут быть народами, как обычно, пробежки сделали. И всех я, молодежь, приглашаю. Посмотри, смотри свое здоровье. Спорт это жизнь, здоровье. Спасибо. У вас какие-то есть планы на будущее именно по бегу? Теперь... Может быть, дистанцию? Не, я вот, понимаете, я вот, последние 2 года назад я полмарафон бегал. Я 10 километров бегал. Вы смотрели, как я занял пост спикера, я перестал на то время. А для меня это 5 километров, это... Я никогда не бегал, для меня 5 километров очень это, расстояние маленькое было. А этот раз очень сложное, потому что я последние 2 года бегом не занимался.